Казанская детская школа искусств имени Анатолия Леонидовича Корягина. Театральное отделение. Ярмолюк Руслана, 14 лет. Анна Ревякина, шахтерская дочка. У Марии был дом, занавески и витражи. Был отец, который ей говорил: «Ложи!» Был березовый шкаф и была кровать. Вот такое счастье! Ковать, не перековать. А теперь у Марии что? За окошком ночь. И в окошке ночь, где бесшумные призраки, конвоиры снов, не находят для этой девочки даже слов. Все сплошное лязганье, грохот, треск! У Марии есть мать, а у матери есть компресс, а еще икона, на которой позолоченный Николай обещает Марии тихий небесный рай. Потом приходила война, забирала в строй самых смелых, самых правильных из людей. Отец забыл свое имя, но запомнил свой позывной. Он видел скелеты обуглившихся церквей. Научился молиться, словно в последний раз. Он свои ледяные руки дыханием грел. И все ждал, когда отдадут приказ. Это был страшный август 14-го года. Два народа шли в лобовую. Николай с лицом черным, как добываемая им порода, прикрывал собою горящую передовую. На его руках умирали и воскресали. На его глазах открывались ходы в преисподнюю. Город детства его, город угля и стали, превращали в пустошь, в пустыню неплодородную. Сеяли смерть, как раньше сеяли хлеб, сеяли боль, ужас и жуткое зуб за зуб. А зеленые пацаны, утверждавшие, что смерти нет, рыдали от страха, увидев свой первый труп. А увидев второй, начинали, кажется, привыкать. Говорили: война не место для бабьих слез. И у каждого в городе оставалась мать. В городе миллиона прекрасных роз. Ходит дом ходуном без конца. Дочь Мария чертами в отца. Мать сидит за столом, жжет свечу. Мам, поспи,
хочу. Не хочу. Приносили его на щите. Дочь Мария губами к щеке припадала. И плакала мать. Положите его на кровать. Он был хладен, безмолвлен и сер. И был день беспросветный, четверг. Церковь белая на пригорке. Снег похож на лебяжий пух. Глаз Марии предельно зоркий. Музыкален девичий слух. Лицом сурово, черна глазами. Стоит Мария под образами. Господи Иисусе, как страшно! Стало минное поле, а была пашня. Господи, я отшельник, стрелок, пешка. Присмотри за мною, установи слежку. Родить бы сына, назвать Николашей. Родить невинного, кормить манной кашей. Родить бы дочку, тонкую, как березка. Белые носочки, платьице в полоску. Никого не родишь, только черный камыш. Да слепая луна над рекой не пройдет человек, даже серая мышь здесь боится бежать по прямой. Степь — лоскутный пейзаж и горячий рубеж, пограничье двух разных миров, и винтовка в руках, и ни шагу назад. Здесь забытая Богом земля и бесплодные поля, где под небом лежат нерожденные сыновья. А с неба не снег, а серые лепестки пепла. Мария лежит, и горы над ней огромны. Но Мария не видит горы, она ослепла, врастая хребтом в донецкие черноземы. Она захлебнулась огнем, прикрывалась дымом, ползла, а после бежала к густой зеленке. Держала винтовку крепко. Так держит сына. Младенца, завернутого в пеленки. Ей было почти не больно, почти не страшно. Ее прикрывали громкие пулеметы. На палец левее в 1 километре башня, а справа стоят огнедышащие расчеты. Ребята, прикройте, я отхожу, ребята! Мария кричала и падала навзничь в почву. И кровь ее растекалась, как сок граната. Мария! Моя Мария, шахтерская дочка.